Добрый день, мои дорогие, прекрасные, импозантные, интересные, непредсказуемые и креативные водолеи. Добро пожаловать на мой YouTube-канал, и в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2024 високосный год. Знаю, мои дорогие, знаю, ну что ты пришла? Кошка пришла, ворчит. Знаю, что... Что заждались? Знаю, что не хватает уже терпения, да? Ребята, все здесь рассказываю. Что, каким будет для вас этот год? Что принесет он нового? Что заберет старого? Где наведется порядок? Знаю, что дождались не просто мой гороскоп, но и дождались как раз-таки разворота Урана. Буквально на днях, сегодня, 21 января, 24-го Уран начнет разворачиваться. Января. Да, буквально на днях он начнет свой разворот из ретроградного движения и как раз-таки развернется на полгода. Он будет директным. И я вам скажу, ребята, так. Да, до конца августа он будет в директном движении, поэтому, ребята, все те, кто писал мне и говорил, что последние полгода это ужасное время, как мы устали, как надоело, сколько уже можно, когда наступит наша волна работы. Вот, ребята, вот она начинается, начинаю в прямом смысле работать, и я скажу так, что февраль будет еще месяцем, я бы так сказала, сложноватым. Да, Уран развернется, как обычно по классике, натворить дел. Будет сложновато собраться, причем сам момент разворота будет, ну, такой, несложный. Сложный будет февраль, вторая его половина, поэтому здесь... Готовимся. Чем будет сложно, будут мировые события давить, напрягать, то есть оставлять, естественно, свой фон, свой вклад, и, естественно, это будет момент такой, который затормозится, да, то есть работа будет идти не то, что в полсилы, можно будет любыми своими действиями либо преувеличить свою прибыль, да, то есть ее приумножить, либо наоборот все распылить, поругаться, испортить отношения. То есть и в принципе, конец февраля, я не скажу, что он будет такой удачный, да, поэтому здесь, ну, это про февраль, в отдельном гороскопе про февраль, что именно ждет там, да. Из всех месяцев я так скажу, что с марта начинается прекрасный момент работы, активности, действий. И я бы так сказала, к этому моменту, там еще у нас будет с вами коридор затмений, да, два коридора затмений в этом году. И я вам так скажу, как на вас повлияет коридор затмений. Повлияет не то, чтобы обычно. Для вас это будет весенний коридор затмений, очень плодотворный. Во втором же коридоре затмений, который случится с нами в сентябре, дела будут идти не то, чтобы как-то плохо, да, но ничего нового, по крайней мере, не начинайте. Да. Первый коридор затмений будет прям отличным, классным и на ура, я бы это так сказала, да, поэтому работайте себе прекрасно, звезды будут на вашей стороне, чего еще желать более, так это на самом-то деле, чтобы не натворить каких-то лишних провокационных дел. Итак, ребят, чем же запомнится для вас 2024? Запомнится он тем, что это год на самом деле больших для вас возможностей. Первая половина его, ну, если отсчитывать с момента разворота Урана, да, так-то январь-февраль, я бы так сказала, месяца, в принципе, январь спокойный, без особых таких изменений. Конечно, если вы в свою жизнь постоянно что-то делаете, тогда, да, изменения у вас так себе, вы скажете, что он вяло текущий. А если вы тот водолей, который там последние 5-10 лет ничего определенного в своей жизни не делал, не шел в свое развитие, то, конечно, как мне писали, что начало января уже столько событий случилось, сколько там за 10 лет не случается, да. Такое бывает, ребята, это та самая тенденция, когда ты не идешь навстречу к своему будущему, твое будущее приходит и начинает просто тебя насильно разворачивать, чтобы ты начал уже что-то делать со своей жизнью, да. Поэтому январь, февраль, месяца, которые будут вялотекущие, сложноватые, да,
с марта начнется как раз-таки та самая классная, приятная, активная, интересная работа, будет получаться, будет казаться, что удача с вами, на самом-то деле удача и будет с вами. Уран, ваш прямой управитель, будет в соединении с Юпитером аж целых 2 месяца, и в июне они разойдутся, но тем не менее Юпитер поменяет знак, и все-таки потом будет катиться еще там в течение года к Урану, ну вот эта вот история, когда уже одна планета в Близнецах, а другая еще в Тельце, все-таки дает такой классный энергообмен в плане денег и коммуникации, да, то есть чтобы энергия была вот такая легкая. Поэтому, ребят, июнь прекрасный месяц для работы, очень много аспектов у Урана с Солнцем, с Венерой, с Марсом, активно действуйте, продвигайтесь, заряжайтесь, не сидите на месте, потому что время на самом деле благоприятное. Июнь точно так же классный, интересный, потрясающий месяц. Ну, нет просто, в принципе, на небе аспектов, которые бы смогли вас остановить, да? И зачем это нужно? То есть у вас кипел этот, томился этот потенциал, который вы давно хотели, да, вот уже применить, но все как-то вот, все не получалось, вот оно время. Июль, прекрасное, активное, действенное время, но есть вариант, энергии просто будет настолько много, да, то есть перед разворотом планет всегда у планеты очень много энергии, да, Уран ваш прямой управитель, начинает свой разворот в ретроградное движение в конце августа, да, там с 30 августа, я посмотрела, он уже статичен, он уже останавливается, и все, и он там плюс-минус неделя в одну другую сторону, и у планеты уже опять уходит в ретроградное движение, то есть начинается работа над ошибками всего того первого полугодия, что планета была директной, да, поэтому, ребят, все те, кто зависят от цикла Урана, то есть это все в Водолеи, уранисты это те, у кого в натальной карте очень сильный, мощный уран, который напряжен негативными напряженными аспектами, нехорошими аспектами, называйте это как хотите, да, то есть все те, вот там, луна в Водолее у кого, все эти люди заметят обязательно движение, разворот Урана, то есть если вы чувствуете, прям понимаете вот эту цикличность по жизни, дерзайте. То есть до августа прямое вот это вот история, что необходимо действовать. И август, в принципе, если вы не будете завышать свою гордыню высоко, у вас получится на самом деле реализоваться там, где вы хотите, очень сильно. В августе есть момент, что можно прям таки загордиться и начать портить себе жизнь, портить репутацию, отношения с коллегами по работе и тому подобное. Поэтому скажу, что первая половина года очень удачная для вложений, для приобретений, для покупок, для переезда, для учебы, для работы, для коммуникации, построения отношений, вплоть до июля, августа, вплоть, это прекрасное время, да, с августа как раз-таки начинается, ну, в август еще хорошо, в августе еще все понятно, все логично, все практично, да, в сентябре, в принципе, казалось бы, что можно сделать такого после ретромерка, да, потому что в августе будет еще у нас 3 момента ретроградного Меркурия в 24-м году, это в апреле, это в августе, и это в конце ноября до середины декабря. И здесь, дорогие мои, понимаете, что для вас сентябрь, однако будет прекрасным временем, но потом следом за ним действует коридор затмений, да, и начинается он с лунного затмения, поэтому это тот самый коридор затмений, в котором, я бы так сказала, действовать бы, конечно, доделывать старое, не лезть в новое, не замахиваться на какие-то новые перспективные проекты, подождать, пока зайдет, уйдет коридор затмений, и тогда выровняется ситуация на небе. Ну и, конечно же, октябрь, интересный месяц, насыщенный месяц. В принципе, для мировых событий сложный месяц, октябрь-ноябрь, да, конец октября, начало ноября, для вас будет хорошими месяцами. Вообще, в принципе, даже работа над ошибками для вас получится очень хорошо и очень удачно в 2024 году. Декабрь уж это будет месяц, когда будете подводить итоги. И если, вот я всегда говорю, когда есть на самом деле хороший, классный, удачный год, да,
когда вы весь год трудились, вот прям вот пахали, максимально реализовывались, то есть когда вы ждали это время, чтобы начать и делать. Да? 24-й год — это как раз-таки тот год, когда вот необходимо вот брать и делать. И если вы, слушая этот гороскоп, думаете, что ладно, раз Женя говорит, год будет классный, год будет удачным и успешным, ну тогда я так в полсилы, ну что-нибудь поделаю, провальная тактика, тогда декабрь будет очень печальным. То есть декабрь можно сидеть, осознавать и понимать, что год сложился совершенно не так, как хотелось. Понимаете, Водолей, на вас запрос у Вселенной, у мира очень большой. Вы тот знак зодиака, который будет развивать этот мир в ближайшие 20, 30, 40 лет, да, то есть мы вступаем в эру Водолея, когда в 26-м году, у нас сейчас в 24-м году поменяет Плутон свой знак с Козерога в Водолей, то есть начнется активное построение мира водолейского, то есть активно начнутся развиваться технологии, то есть то, что вот у нас было, то мы подумаем и скажем, что это вообще просто какое-то что-то, нечто странное было, да, непонятное, когда каждый год производится новая модель смартфона, и она чуточку совсем отличается. Это был век капитализма, да, то есть мы с вами, ну, век капитализма — это когда на какой-то маленькой штучке зарабатывают очень огромные деньги, да. Мы с вами вступаем в другую эру, которая полноценно начнется в 26-м году, когда Уран из знака Тельца, тоже земного знака, денежного знака, поменяет свой знак на знак Близнецов. И тогда как раз-таки наши дети почувствуют как раз-таки эту эру Водолея. И как раз-таки мы придем в тот мир, когда отвалится капитализм, когда наконец-то все знания, которые есть в голове, они начнут цениться, все дипломы, все навыки, все активные моменты. То есть поэтому, да, вот необходимо сейчас вкладывать в своих детей, в себя прежде всего, быть вот таким интересным человеком, либо же вкладывать в своих детей, способствовать их развитию в этом мире, потому что в прямом смысле этот мир будут, ну вот мы начинаем, подхватываем у наших родителей этот мир, да, его строить, и мы скоро отдадим вот бразды правления своим детям, и они будут строить этот мир. Поэтому, что, как говорится, мы вложим в этот мир, с какими мыслями мы придем, с таким, естественно, мы получим и старость, и наше будущее, и наши дети получат такую ступеньку для развития. Поэтому здесь, Водолеи, вопрос такой фундаментальный. Я не говорю, что нужно прожигать эту жизнь, ни в коем случае. Необходимо, чтобы каждый навык и талант ваш работал. Умеете ли вы что-то творческое внедряете? Умеете ли вы что-то сердечное, душевное, интересное? Да. Умеете ли вы что-то строить, неважно, это от зданий до, я не знаю, семейных ценностей в своей семье, стройте. Самое важное и главное — это развиваться, развиваться. То, к чему у вас есть талант, чем вы умеете, все свои навыки должны работать, как говорится. Вот такой интересный гороскоп. На самом деле, когда села смотреть ваш прогноз на этот год, и я смотрю, и такая просто, у меня глаза увеличиваются, и я такая думаю, боже мой, это что ж за год-то такой? Я просто смотрю, что я листаю 25-й год. Поэтому осознание, каким будет у вас 25-й год, будет зависеть ваши подведенные итоги в декабре 2024 года. А итоги будут согласно того, как вы прожили 2024 год. Пришли ли в этот год вот прям вот и сказали, я хочу вот это, вот это, вот это, и я туда иду. Не умею петь, но я хочу научиться петь. Не умею там задачи математические решать, но мне это так безумно интересно. Боже мой, как это, хочу научиться. То есть развивать все свои навыки, таланты, идти в свою реализацию, и от этого будет зависит уровень вашего профессионализма. На основе этого заметят вас, выделитесь вы из серой массы, пойдете вы дальше на свое развитие, будет зависеть, мои дорогие, только от вас. Я лишь говорю для вас тенденцию этого года, как вы можете себя запрограммировать для того, чтобы этот год для вас сложился именно так, как хотите вы. Эта жизнь, я бы так сказала, сложилась для вас, как хотите вы. А здесь уж будет все зависеть от ваших желаний и амбиций. У каждого
этого они свои. Все зависит от личного уровня, роста и воспитания в том числе. Дорогие мои, любимые и интересные водолеи, я считаю, 2024 год это будет годом ваших новых возможностей. То есть то, что вы ждали уже очень много лет, засиделись, не могли реализоваться и получалось очень сложно, в этом году на самом деле и Плутон будет вам способствовать, и коридоры затмений для вас будут несложные, и даже ретроградный Меркурий особо вам не помешает. Поэтому действуйте. Даже ретроградный Уран будет, в принципе, возвращаться, откатываться на те моменты, и вот я бы так сказала, лайтово помогать исправить ошибки, которые раньше приводили к застою. Поэтому, мои дорогие, используйте эту возможность, которая будет у вас. Если вам что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях, но при этом обязательно оставляйте дату, время и место своего рождения, я обязательно отвечу на ваш вопрос. А если же вам не хочется, чтобы ваш вопрос был на широкую аудиторию, в описании канала есть ссылочка на сайт, записывайтесь на индивидуальную консультацию. Будем разбираться, где именно в этом году вы хотите совершить свой прорыв. Ребят, спасибо большое, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики, на которые вы можете опереться и сделать верное решение. А я желаю вам удачного 2024 года, амбициозного, активного и интересного. Спасибо, что были здесь. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.